еще аналогичная, то есть раздевалка, групповые помещения. Сейчас уже все практически довезено. Игрушки в коробках, то есть мы ждем. А ждать осталось недолго. Новый детский сад в жилом комплексе «Спутник» откроет свои двери для малышей через 2-3 месяца. Строители со своими задачами справились. Осталось подтвердить готовность дошкольного учреждения документально. Полная строительная готовность. Идут мероприятия по оформлению необходимых документов, вводу в эксплуатацию и последующим передаче этого объекта уже в муниципальную собственность. Новый детский сад рассчитан на 190 детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. Спортивные и музыкальные залы, развивающие игрушки. Все это будет в новом детском саду. Уже почти набран штат сотрудников. Если детский сад уже построен, то неподалеку работы в разгаре. Идет строительство образовательного центра на 825 мест. Монолит и кладка уже отлиты, витражи готовы на 70%. На 30% выполнен монтаж внутренних инженерных систем. Завершение запланировано на 4-й квартал следующего года. Сейчас в Одинцовском округе одновременно идет строительство сразу нескольких объектов образования. Один из них – садик в Гусарской Балладе. Подрядчики подтвердили, что все материалы своевременно были закуплены. Импортную продукцию, которая попала под санкции, оперативно заменяют материалами российского производства. Уверен, что и детский сад в Гусарской Балладе мы тоже сдадим досрочно, как и планировали в конце этого года. Контроль за ходом строительства образовательного кластера в Гусарской Балладе осуществляется в ежедневном режиме. Отставания от графика нет. Всего же до конца 2024 года в округе планируется ввести в эксплуатацию 4 детских сада и 7 школ. Евгения Августина, телекомпания «Одинцова».